Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Виктор и Антон. Антон, здоровайся. Всем привет. И мы продолжаем играть с вами в Neverwinter. В конце прошлой серии мы, в общем-то, показали доминацию просто над орками. Унизили всех, кого только можно в этой локации. И теперь наша следующая задача — разобраться с местными повстанцами, с которыми мы уже, в общем-то, встречались. Антон, как они называются? Нашеры. С нашерами, ага. Вот. А, у них новый лидер вроде как там постепенно нарисовывается, да. Поэтому мы сейчас пойдем и покажем все-таки, что лидеры здесь мы. Нехрен там всякую ерунду говорить про то, что кто-то там типа способен власть какую-то захватить. Сейчас мы все это, в общем-то, развеем все эти мифы глупые. Так что вот так вот тут. Снова канализация. Как да, они как любят... обычно в Клоаку. Как они это любят все. Ну, кому понятно, интересно, читаем. Да, я успел. Так, надеюсь, сейчас с прогрузкой. Ну, вроде все нормально хоть. Это там, видимо, затуп какой-то был тогда у меня. Вот. Обожают они, конечно, такие места, блин. Так, хорошо. А нам, значит, разгребать все теперь это дерьмо. Да. Жесть. Так. Так, вот и парни. Я в ловушку, походу, попал. Ой, хорошо-то как, а? Ты успел ударить сейчас? Ну да, естественно. Я просто сейчас смотрю, у меня урон гораздо выше стал. 10 уровень, все дела. Тут смотри, кстати. Убейте 5 врагов, имея менее чем 50% здоровья. Штука лежит. Очередная. Я думаю, нафиг она нужна. Ее сложно выполнить достаточно-таки, так что... Пойдем разрывать чертей. Ведьмак какой-то здесь. Ну да. К слову, там мне в комментариях просто писали, я только сейчас, правда, вспомнил своевременно, что почему не заряжаю на правую кнопку скилл свой. Реально тот, который на левую, он, получается, может единичной меньше урона наносит, но он быстрее. И в сумме как раз... Поболее урон выходит. На правую это все-таки по площади бить, когда много врагов. А так смысла нету. Угу. У меня просто так. Был вопрос в комментах, помню. Хорошо, здесь какой-то свиток. Приказ Неврима. Удвой стражу входа в канализацию. Власти начинают что-то подозревать. Могут и сюда заслать к нам своих бойцов. Угу. Хорошо, что-то, видимо, да, они такое уже подозревали. Потихонечку, ну да. Так, пойдем. У меня, кстати, заряжается же эта штука сейчас с яростью с этой. Сейчас я, наверное, ее попробую. Да. Так, погоди, оставь мне этих юношей. Ух ты, ё-моё. Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Правда, она быстро кончается. Ну, когда полностью заполнена, то понятно, что больше. Ну да, ну когда, блин, на босса, например, вполне неплохо так войдет, по-моему. Там она быстро будет, на самом деле, набираться, потому что она и от входящего урона пополняется. Ладно. Хорошо. Блин, ну я теперь прям себя таким сильным чувствую, ну вообще. Хорошо. Если сейчас такая красота, считаю, что на начальных только этапах. Так, здесь какой-то меч. Какой-то меч. Что, как раз на меня. Угу. Так, ну да. А, кстати, еще у нас появилась возможность крафтить, если что. Но так, это потом, хорошо. Я думаю, уже все покажу. Ну да, народу. Я думаю. Возможно, даже сделаю серию еще, где пройду какую-нибудь там небольшую схватку. Просто не всегда очередь быстро находит на схватку, и поэтому в кооперативе немножко проблемно, думаю, будет показать ее. Ну и попутно объясню тут про местный крафт уже и все такое. Он на самом деле довольно простой, но... Я думаю, мне это Антон все объяснит между сериями. Поэтому, кому интересно это посмотреть, зайдите, например, к нему на канал, подпишитесь. Да. Я думаю, что кому будет интересно, обязательно все это сделают и посмотрят. Да, сделаю как раз серию про это. Я в этом не разбираюсь во всем, а у него как раз самое то. Да, все-таки у меня опыт в эту игру поболее значительно. Так, тут еще, блин, я его даже не заметил в этом тумане. Они, кстати, неплохо прячутся. Сапоги выпали.
какие-то. А у меня тут нычка, которую могу открыть. Я ее пропустил, как раз она не для меня была как-то. Ну, на нее теология требовалась, у меня как раз была отмычка. Тут это проверка на религию. В общем, была. Да, вижу. Хорошо. Те ловушки, которые ты обнаружил, они уже подсвечиваются, если что. Ладно. Так, ой-ой-ой, разложил, ну всю толпу прям. Это да. Как сынков, блин. Ну вот, мы с тобой считаем, что теперь оба более-менее такую силу имеем. Кстати, еще один ящик очередной выпал. Так, тут ловушечка у нас. Да, тут текстик еще. Так, погоди, вот текстик бы я собрал. В бутылке. Односолодовые виски. О, этикетка 30. Гласит, односолодовые виски Фергюсона Мосионза. Любовь неврима к дорогой выпивке всем известна. Ага. Понятно, типа местная такая штука, которую все, в общем-то, любят употреблять, так скажем, да? Ну, скорее, по крайней мере, тот, кто тут хочет возглавить теперь восстание вместо Карзова, он явно любит. Понятно, короче, слабость у него бухло, значит. Но я не думаю, что это нам поможет как-то в бою, честно говоря. Ну, кто знает. Если только будем его спаивать, так... Ага, подбежишь и прям в глотку зальешь, чтоб он не мог сражаться. Ну да. Так, ну-ка, парни, спокойно. Хорошо. Так. Ведьмаки, они, конечно, как-то вот, не знаю, посерьезнее, чем все остальные ребята. Ну, надо полагать, все-таки маги. Ну да. Маги какие-то имбовые. Я вот как заметил, во всех играх маги это чисто вот... не знаю, они очень сильные. И но, как-то... Но тут я бы не сказал. Тут маг, он, который, по крайней мере, на данный момент есть, он больше для контроля все-таки. Угу. Тут, кстати, куча всего в этом сундуке. Ты не можешь его взять? А почему? Открыл. Сейчас еще определю, что за вещь там выпала на меня. Ну, у тебя вещь... Она, а в меня... общем-то, не особо. А у меня чисто для крафта выпали всякие штуки. Там еще слева была штука, которую я, правда, открыть не мог. У меня не было отмычки. У меня тоже. Это, походу, не для нас абсолютно. Ваше дело право... О, так это же уже те самые парни и есть. Нашеры. Ну так, вообще-то тут все нашеры и были. По крайней мере, здесь в канализации. Ну, я сейчас знакомые возгласы услышал и понял сейчас. Карневрим. О! Юноша, который возомнил себя главным. Пойдем. Давай, ты танкуешь. Ой-ой-ой, смотри, я прям подлетел, что ли, как-то даже над ним. Или мне показалось сейчас. Так, он кого-то призвал, что ли? Откуда они вылезли все? Не знаю, вылезли из мутной воды, наверное, изображали до этого водолазов. Ладно, ты его там завершай с ним, я пока раздам тут. Да я уже его закончу. Хорошо. Прекрасно, зачистили прям как отцы, вот серьезно. Еще один ящик, ё-моё, 5 штук у меня уже их лежит здесь. Да, они, благо, все в одну ячейку идут, так что в этом плане попроще. Ну, так, в принципе, да. Сапоги, сапожки, это хорошо. Так, у меня тоже сапожки. На какой они уровень? На 11-й. Ну да. Очень жаль. Но я свои-то сразу смог одеть, по понятным причинам. Угу. Ну и что, пойдем, выходим отсюда. Ага. Мне, в принципе, до 11-го тоже не так уж и много. Поэтому скоро тоже приоденусь. Вот. Ну, я уже говорил, что покупать вещи у неписи особо смысла нету. По крайней мере, на начальных уровнях. О, парень какой-то лежит. С квестом. Ну, так, чё, посмотрим. Я рядовой мастер. Отстаю от графика. Ну. Можешь помочь? Скоростная доставка. Этот сундук обязательно нужно доставить по адресу. Но меня ранила орочья стрела. В сундуке лежат материалы для важного клиента моего хозяина. Можешь отнести сундук Мтари Принтл?
Ее можно найти на рынке Семи Солнц в протекторате. Там у нее лавка товаров для ремесленников. Она щедро вознаградит тебя за беспокойство. А, ну хорошо, как в протекторат вернемся. Парни, посмотри, прострелили колено. Ну, раньше его вела дорога приключений. Да. Так, ну что, пойдем. Возвращаться. Мы, кстати, с тобой так знаки скорострелов-то этих и не насобирали. 5 штук. Ну да. Но я еще думаю... успеем. Особенно если потом как-нибудь в подземелье пройдемся. Нас, по-моему, туда по квесту в любом случае пошлют. Там с этим проблем не будет. Подземелье с орками должно же быть еще. Да. Башня плащей называется. Ну вот, извините. Блин, я даже помню, какой данж в этой локации. Надо же. Мы с тобой же приходили в какую-то башню, это, наверное, она и есть, нет? Может быть. Так, ну, капитан, рассказывай новости какие. Отличная работа. Карны в Рим, противник не из последних. Да бросьте шутки шутить, что ли, ё-моё. Как сынка его унизили просто. Так, строгий надзор, что по поводу этого? Предводители боевых отрядов многострелов своими хлыстами приводят солдат орков в бешенство и гонят их в атаку. Если уничтожить этих орков-надзирателей, то многострелы будут реже нападать на нас. В общем, орочья садомаза помогает им стать берсерками. Понятно. Так, и возвращение припасов. Многострелы наглеют с каждым днем. Они дошли до того, что ограбили обоз со снабжением и забрали ящики с припасами. Чтобы стража Невервинтера могла защитить город, эти ящики надо вернуть. Ну, логично. Раз надо, вернем. Я, кстати, 11 уровень все-таки взял. Грац. Так, используется так, сундук для задания. Так, а сапожки я одеваю. Замечательно. Так, отлично. Я подхилился. Пойдем. Как у нас там по времени сейчас вышло? По времени, вот в этот раз я что-то забыл засечь, вернее как засекал, но что-то просмотрел. Ну ладно, я думаю, в принципе, пойдем с тобой вот эти задания выполним, какие сейчас взяли. Ну да, не особо страшно, думаю, будет, если уж чуть подольше серия выйдет. Так, торговая площадь, тут инфа какая-то. А, ну у меня она уже была. Ага, так, о, кстати, вот. Вот и ребята, походу, которые готовы нам знаки свои отдать, да, пацаны? Вы же за этим здесь. Так. Кому интересно, хорошо. Информация про дом гильдии торговцев. Так, во время боя внезапно. Дом... Ой, тут много инфы, столько всякой. Я же говорю, в плане лора, кому интересно, читать не перечитать. Ну да, так, и посмотрим. Припасы... Это только один. Нам 10 сундуков с тобой таких нужно искать. Но вообще еще они выпадают с орков, если что. А, ну ладно тогда. Так что так. С этим попроще. Где тут следующий юноша? Ух, ты посмотри какой. Вот это жесткий парень, видимо. Видно сразу. Ой, серьезный, да. Этот, конечно, могет и наподдавать так хорошенько. А, огр-то. Да, здоровый, дикарь. Ну-ка, давай, парень. Все. Ой-ой-ой. Он все равно больше меня, хотя я даже вот эту вот штуку сейчас использовал. Жесткую. Около него по размерам может быть этот, если сравнится, как его, полуорк. Ну, помнишь, в создании персонажа был там раса. Все, ой, как она завизжала, закричала прям. Да. У меня, дали, кстати, дали ачивку даже. Да, истребитель огров. Так, и что у нас тут не охраняли? Давай посмотрим. Сундук еще один. Так, ой, здесь много, сколько всего-то, ё-моё. Хорошо, так, тайное знание. Плохо. Этого у меня нету. Но у меня тоже. Так. 10 ящиков. Где мы с тобой столько наберем? Что-то с орков они не падают. Не особо, во всяком случае. Нам еще ж этих с плетками нужно гавриков будет найти. Ну да, какой-то набор, кстати, здесь выпал. Ловкость рук.
Это чтоб ты мог отмыкать те вещи, которые требуют проверку как раз на ловкость рук. Да, я понял. Так, три сундука у меня уже. Постепенно, помаленьку так. Хотя знаки скорострелов так и не падают с них. Странно. А они, кстати, тебе сразу, ты можешь не замечать, они справа высвечиваются, когда выпадают, как деньги. Ну или по квесту смотреть. Так, ну здесь вот очередной ящик. И вообще, кстати, скорострелы, они разве орки вот эти вот? Может быть, они другие немножечко? Не, эти, тут одни только, одно племя. Так, ладно тогда. В общем, кто обосновался, те и есть. Еще один ящик выпал. Так, и вон там еще один можно собрать. Ну, считай, что половину сделали. И, кстати, тут еще сейчас сфера есть. Ага. Давай, я ее сразу же активирую. Вот, так выглядит торговая площадь. Так, замечательно. Кстати, сейчас знак упал. Ну вот. Один. Так, там, кстати, что-то с тобой упустили. Вон зеленая валяется. Пойду заберу. Нераспознанный предмет. Ну, это не на меня. Так, вот здесь вот еще один сундук охраняют. А, стой, это человек. Че? Бывает, бывает. У него, кстати, волк какой-то. А, ну это спутник. Это нормально, у нас тоже подобное будет. Ну ладно. Правда, не, ну прям такого волка не будет, это волк донатный. Он брал, скорее всего, один из комплектов основателей. Ну то есть это там за немаленькую на самом деле сумму всякие уж совсем такие приблуды вроде там уникальные расы, еще что-то. Ну прям сверх преимуществ это все не дает. Кстати, сзади нас ребятушки. Да, я вижу. Какие подлые ребята. Так, ну и что, два сундучка осталось. Где они есть-то вообще? О, еще один огр. Пойдем и зафигачим его. Так, окей. Сейчас я подобрал просто сундук. Ящик с припасом. Посмотри, просто посмотри, как. Как я его, а? Так, нормально. Входим просто на ура. Пошла. Блин, он... Нет, все равно очень сильный противник, конечно. Но это по началу, опять же. Ну, хотя они все равно будут довольно ощутимыми ребятками. Так, ну, на то он и огр. Ну, да. Так, нам с тобой еще нужно орков-надзирателей именно убивать. Угу. Мы справились с тобой с двумя. А дикари, это не они случайно? Нет, думаю. Так, у меня выполнен квест на знаки многострела. А у меня, кстати, у меня все еще два знака еще нужно. А, ну выпадут, ничего страшного. Так, хорошо, пока у меня эта штука не закончится, сейчас в этих еще влечу, давай. Ну так, относительно. Кстати, вот и хилы в разнос пошли, до этого очень редко хилился, тут прям одна за одной, можно сказать. Так, еще ребята. Ты где там? Да сзади меня тут тоже ребятки веселые. А, сейчас поговорим. Сейчас, погоди, для важных переговоров тут есть одна штука. Ну-ка, мать вашу, идите сюда. Вот так вот, хорошо. Поговорили. Так, 50 орков истребил. Еще дали ачивку. Так, погоди. Здесь что-то еще лежит. Зелье лечения, такое все. Какие-то сапоги, которые мне не нужны абсолютно. Какой-то меч левый тоже. Так, мы что с тобой сюда пришли вообще?
Вообще не знаю, у нас квестовая территория вроде как немножечко в стороне. Лагерь многострелов. Прибыв в лагерь башни, многострелы основали лагерь в тени башни плащей. С тех пор он превратился в укрепленное поселение, где предводители орков собираются перед набегами на остальные части квартала. Хорошо. Нам с тобой назад, видимо, нужно вернуться, нет? Ну, вообще, судя по радару, да. А у меня дорожка, кстати, сюда показывает. А у меня вот дорожка. Так. Ай-яй-яй. Огр. Но он, благо, меня не заметил. Так, у меня, в принципе, я не знаю. У меня туда показывает, где орков-надзирателей нужно убивать. А, ну, можем пойти надзирателей тогда побить. Да, пойдем. Так. Ну, тут уже где-то уже должен быть предел этому всему. Что-то сильно уже здоровый у них лагерь. Шпионский. Пост стражи Невервинтера. Так, это разрушенное здание, в котором единственный замаскированный часовой наблюдает за передвижениями многострелов. Орки уверены в своей силе, даже не подозревая, что о каждом их шаге известно противнику. Ну, здорово. Это вот этот вот невидимый парень? Или вот эти вот ребята, что ли? Или и... Да, вот разведчик, смотри. Ну, они, наверное, нам пригодятся. Ну, да. У него пока что квеста нету, у него квест дальше у нас будет явно. Нам сначала этот бы завершить. У меня один знак, кстати, остался. Один знак нужен и все. Так, мы с тобой, кстати, припасы унесли, которые вот этот парень, смотри, здесь вот этот, который лежит, так. Нет? У меня по квестам нужно еще, кстати, 10 ящиков с припасами, 3 ящика с припасами нужно будет еще добыть. Мне 2 ящика нужно. Угу. Так, ну как раз сейчас считаю, что последние влеты нам с тобой остались на них. Да. Все как раз дособираем. И это будет уже завершением серии. Да, по-моему, у нас слишком длинная вышла. Но... Не знаю, время сейчас никто не засекал. Ну, в крайнем случае, ничто не мешает людям либо промотать вперед, либо поставить на паузу и досмотреть, когда им будет удобно. Да, в принципе, тем, кому интересно, для кого мы это как раз делаем, те, конечно же, посмотрят все. Дело каждого, как бы. Так, хорошо. Блин, они прям, ой, хорошо, прям разлетаются так, прям на куски бы еще вот они бы распадались. Была бы расчлененка еще в этой игре. Ну, это тогда возрастной рейтинг бы. Был бы повыше. Зато какой эффект, зато это ж как здорово бы смотрелось. Вообще, в принципе, кстати, вот на мой взгляд, действительно, онлайн-играм нужен хоть какой-то возрастной рейтинг, как по-моему. Хотя бы, не знаю, там, ну, лет 12-14 хотя бы, что ли. Как ты считаешь? Ну, опять же, смотря какая. Так, это что за... Потому что вот эти вот все взаимоотношения, вот, которые происходят в игре, они частенько как бы... например, вот некоторые не уважают, например, тех, кто вот младше их, да? Вот совсем маленьких школьников как бы все время... Ну, я понял, что... о чем такое. Ну да, вот. Ну, я думаю, все, в принципе, поняли. Ну, тут поэтому... скорее, опять же, зависит от адекватности последних. Ну, это, конечно, тоже, да. Но все-таки. Так. Блин, юноши вроде бы все восстановились. А, вот кружка выпала, еще одна. Пустынная роза какая-то. Кстати, она мне нужна. А она... Это крафтовый, опять же, ресурс. А, ну ладно тогда. Так, вон там вот тут я вижу еще одного повелителя зверей здесь у нас. Тут какой-то парень. Так, и тут еще. Блин, да где же эти последние юноши, которые нужны? Надзиратели. Ну, я понял про кого-то. Ты видишь их вообще? Где они здесь должны быть? Так, сейчас скажу по карте. Мы в зоне какого вообще квеста находимся? Строгий надзор как раз за ними. Ага, ну да. Значит, они тут должны быть. Так, хорошо. Вот эти саперы, это не они? Нет, это тоже не они. Блин.
Так, а вот эти вот. Нет, смотри, их действительно нигде больше нету. Как-то странно. А, во-во-во, смотри, вот он, надзиратель, хорошо. Так, здесь один. Где мы еще до этого с тобой выловили? Еще же где-то одного. Ну да, где-то должен быть. Так, во, у меня тут сундук неактивированный. А я здесь еще тоже нашел ящик с этими, с боеприпасами. Угу. Все, квест с ящиками с этими я завершил. Но мне еще один надо. Так, тут командир очередной. Блин, нафига командиры? Где надзиратели? Что за вообще дела такие? Так. Зелье лечения. Еще очередной пояс. Я там поясов всяких насобирал вообще. Сейчас будем разбираться с этим совсем. Вот, еще один надзиратель, наконец-то. Так, я думаю, сейчас, наверное, имеет смысл вернуться к тому месту, где был предыдущий, и подождать, пока он появится. А, вот, смотри, вот, как раз. Замечательно. Ой-ой-ой. Вот и все. Да, и у меня как раз тут этот сундучок. Я, кстати, знак так и не собрал, последний, пятый. Угу. Понятно. Я думаю, мы сейчас с тобой пока будем возвращаться. Да. Как раз должен выпасть. Все же мы с тобой, в принципе, здесь закончили. Ну да, так-то. У нас осталась сдача квестов. В принципе, можем даже сдать квесты уже в следующей серии. Чтоб как раз в начало было, и плюс взять как раз их. Новые уже, потому что по-любому новые квесты будут. Ну да, давай тогда здесь прямо и закончим. Всем большое спасибо, что были с нами. С вами были Виктор и Антон. Всем пока, всем удачи. Пока-пока.